Мой сегодняшний обзор посвящен моим пустым баночкам за конец октября и ноябрь, даже начало декабря. В начале декабря вот у меня как раз закончилась сегодня вот эта суд для ванн. Цветок вишни мне ее дарила Ксюшка. Ну, она была такая белая, белорозовая. Что можно сказать про соль для ванн? Я даже не знаю, бывает ли хорошая или плохая вообще, как она отличается. Обычная соль для ванн. Пахла вкусно. Хватило бы ее на 4 применения, у меня ее хватило на 3. Тут у нас 410 грамм. Можно было по 100 или 150 грамм на ванну делать, но у меня сначала было по 100 ровно, а потом я уже половину, чуть даже больше, истратила сегодня. Вместе с пеной и либо гелем для душа от Ифраше овес. Ну, в принципе, сочетание такое неплохое. Причем пену я добавила уже немножко позже. Вот такая вот была соль. Мы ее сюда отставляем. Так. Вот это вот Ифрашевская умывалка. Себо Вежиталь. Сделана якобы во Франции, но почему-то место на французском написано на русском. Здесь, наверное, через камеру не будет видно. Я уже не помню, в магазине ее покупала или по почте мне пришло через сайт. Тут 125 миллилитров было. Она вот такая вот полупрозрачная, там видно. Ну, вот она даже, в принципе, она по цвету была прозрачная. Не буду сейчас ее открывать, чтобы ничего не испачкать. Тут у меня, кстати, это плед Ифрашевский, фиолетовый. Он мне закрывает обезьянок, чтобы было как-то видно. В общем, что могу про него сказать? Дорогой, бесполезный, пенка ни о чем. Она не смывала макияж, то бишь блески и помады совершенно. Губы оставались липкими, даже как-то противно было, и приходилось потом молочком это все доделать. Как умывалка, она тоже никакая. Кожу она сушила, я вообще не представляю, для чего она, зачем она сделана, и знает ли во Франции про ее существование. Не знаю, будет ли видно тут состав. Ну и что она? Первый шаг на пути к свежей, глубоко очищенной коже. Заявлений много, а эффекта ноль. Я ее не советую. Ну а соль можете, кстати, приобрести, если где увидите. Тоже разочарование. Это вот мыло жидкое от Avon из серии Senses. Зимнее волшебство с ароматом малины и яблоко. Ну, вот оно больше, чем гель для душа, все-таки напоминало яблоко. И все же напоминало клюкву. Там еще чуть-чуть осталось. Для меня оно было совершенно не мылким. Оно какое-то жидкое. Для мыла, даже для жидкого мыла оно какой-то не особой такой консистенции. Чтобы вылить на руки, мне надо было где-то там, ну, с пол ладошки хотя бы его. Выкидывать его было жалко, надо было как-то доделать, я его все-таки попыталась измылить. Мылилось оно очень плохо, дозатор для меня неудобный, когда прыскаю, что было обычно не сколько на руку, сколько в раковину или куда-нибудь еще мимо. Не знаю, как остальные жидкие мыла от Avon, но вот такой серии я бы не стала покупать, именно вот с этой красненькой. Я, конечно, попробую, может быть, кремовое какое-нибудь жидкое мыло от Avon, но не знаю. После такого. И вообще, что-то я как-то в гелях эйвоновских немножко разочарована. Хотя мне должны прийти, вот завтра забираю заказ с двумя кремовыми. Может быть, кремовый это будет самое то. В общем, не советую я его. Так, шампунь у меня, ну, дешевый, так сказать. 76 грамм. От Свободы утренняя роза шампунь. С экстрактом шиповника, витамином С и прочими микроэлементами. Может быть, даже еще чуть-чуть там будет видно, какого он цвета, попытаюсь показать. Ну вот, может, совсем отдаленно видно, там такой розовенький. Очень хороший шампунь. Он мне понравился. Мне волосы от него были пышные. Не нужно было никаких бальзамов или еще чего-то такого. Шампунь для волос. Вообще купила из-за того, что люблю розу. Потом увидела, что это шиповник. Но шиповник, в принципе, тоже роза. Свобода. Стоил он 38 рублей. Покупала я его в Атаке. Ну, это филиал Ашана, так сказать. Действительно хороший шампунь. Не надоедает. И если тут примерно 100 миллилитров, то получается за 200 миллилитров это было бы где-то около 80 рублей. Думаю, неплохо. Бюджетный шампунь, как бы Аленка сказала.
Если будете брать, то советую. То, что я советую, я буду ложить сюда. Так, это гель для душа Senses Avon. Голубая, мой, я ее все время голубой называю, морская лагуна, освежающая сочная груша. По запаху он мне понравился, действительно пах грушкой. В принципе, по мылкости он немножко, ну, может, ничем особо не отличался от этого геля. От такого вот геля, от такого мыла. Ну, я люблю просто обильную пену, и здесь ее надо было очень много вылить, чтобы получилась обильная пена. И где-то вот столько у меня потом ушло на ванну. Вот в ванной пена была действительно обильная. У меня бывает такое иногда состояние. Я даже не помню, как я его сейчас называю, но иногда, когда хочется потратить деньги, либо их особо нет, либо же все есть и не знаешь, на что потратить. И вот состояние такого шопинга я себе иногда устраиваю. Ладно, я могу засунуть целую баночку или пачку соли, или половинку. Вот в этот раз. Ну, в этот раз просто я высыпала уже так, не особо осознавая, что я уже высыпала. Могу добавить там целый флакон геля и фраше, допустим, не полную, 400 мл, большую из Plaisir Nature. Ну, или вот такой, как в этот раз. Там еще, по-моему, соль для ван была голубая от Ксюшки. Ну, она где-то, уж не знаю, там баночка была отсыпана, мне просто, так сказать, подкинула половинку своей, поделилась. Поэтому в пустых баночках ее не будет. Вот такой гель, ну, неплохой, но не сильно мылкий. Если кому-то нравится такая серия, и кто-то не особо жаждет огромной такой обильной пены, то можете покупать. Ну, я бы, наверное, его больше не купила. Хотя на самом деле это у меня вот третий, наверное, заказ. Заказывала я и Грищук, по-моему, мне брала его, Ира. И вот он мне достался. Тот, который я сначала хотела подарить своей тетушке на Новый год. Но она его не любит. А это был к шампуню бальзам. Бальзам с розой. Тоже Свобода. 85 мл, чуть побольше. Ну, думаю, там 75 грамм было, 85 миллилитров, я точно не помню, но, по-моему, по размеру-то оно одинаково должно быть, хотя тюбик чуть-чуть побольше был. Бальзама мне, конечно, хватило меньше, чем шампуня, его все равно больше на волосы расходуется, чем шампунь. Он, кажется, был белый, а нет, тоже розовый, я уже не помню, что у меня закончился несколько раньше. А этот буквально на днях. Он мне понравился, я его покупала чуть дороже, чем шампунь, у меня был вроде как 45 рублей. Но считаю, что по нынешним ценам это даже недорого, действительно бюджетно, советую. До этого у меня был еще вот такой шампунь особый, я его покупала в магазине, который у нас одно время назывался Черный Кот, сейчас я вообще без понятия, как он называется. Особый на травах. Свобода. Он, ой, плюснулась куда-то. Он зеленый. И, кстати, он был, ага, желеобразный шампунь. Нифига он не желеобразный. Он обычный такой шампунь, только что вот в тюбике. Кстати, он мне тоже понравился. Раньше их вообще такие шампуни часто покупала. Там яичный еще какой-то был. Они стоили что-то реально какие-то копейки. Я даже удивилась, что он стоил больше 30 рублей, потому что привыкла, что они все по 13 всегда были. 13-15 рублей. Ну, в общем, я его тоже советую. Бюджетный шампунь для разнообразия. Не надоест. Зубная паста. Индия. Когда-нибудь я туда поеду. Надеюсь, что следующей весной или летом. Гималая. Herbals. Зубная паста. Покупала ее в Фиксе. Летом, кажется, по 44, что ли, рубля. Неплохая, хотя точно так же, как про соль для ванн, про зубную пасту я не знаю, как можно определить, плохая, неплохая, учитывая, что у меня молочные зубы, им как-то, в принципе, по-моему, пофиг, какая она. На, вот, может быть, тут будет видно во флакончике. Ой, пытаюсь остатки выдавить, но вот она такая, ближе к серому, серо-зеленая. Довольно приятная на вкус. Хватило мне этого тюбичка на 2 месяца. Ну, если вы такую фирму любите, то я ее советую. В принципе, не знаю, для пасты, наверное, недорого.
44 рубля 100 грамм. Сейчас, правда, фикс, по-моему, стал по 47. В общем, я ее сюда складываю. Это непонятный скраб. Мне пришел в поменяшках. По-моему, мои последние поменяшки от загадочной девушки Даши. Фаберлик. Для чего он, я вообще не поняла. Срок годности у него уже прошел. Он был какой-то масляный. Вот такой вот. Ой. Ну да, вот на руке-то чувствуются скрабирующие частички. Когда его намазываешь. Ну так-то он практически бесцветный. А вот на губах я вообще его не понимала. Я чувствовала просто масло. Ну и я его решила выкинуть. Ибо и срок того. Да и сам он как-то не пришел к делу. Ни к какому. Не пользуюсь. Хотя вот когда я покупала в Гринмаме скрабы, там кто-то делал самодельные, ну или косил под самодельные. И заремки дарила я себе, вот мне они нравились, они действительно как-то скрабировали чуть-чуть губки, губки становились мягче. Так, еще одна, не, так сказать, разочарование. Это тоже от Дашки в поменяшках. Планета Спа, Эйвен, непревзойденное питание с маслом африканского дерева ши, экстрактом имбиря, крем-суфле для очищения лица, 75 мл. Совершенно не поняла, для чего эта фигня была. Она у меня, правда, уже чистая баночка. Я ее уже на автопилоте как-то вымыла, когда она закончилась. Если скраб, то после него надо было очень сильно мылиться хотя бы даже мылом, чтобы его смыть, потому что был очень масляный. Если маска, то при чем тут тогда скрабирующие частички? Кожа от нее была вообще, ну, не холодно, не жарко кожа была от нее. Примерно как от тифрашевской пенки, только что действительно не там, не там. Если была сухая, то оставалась сухая. Если была жирная, то оставалась жирная. В общем, я не поняла, что это такое. Вроде я его как-то в Эйвене больше не встречала, не видела. Но если вдруг что-то подобное появится, вряд ли я буду такое покупать. И вам тоже не советую. Девочке, видимо, не подошло, она мне его рекламила как очень хорошее. Действительно, оно было новое, закупоренное этой пленочкой. Но, видимо, ей не подошло, и она решила вторую сбагрить мне. Да благословит ее Аллах. В таком случае, сюда откладываем. У нас уже тут 5 баночек накопилось к тому, что мне не понравилось. Так, это у нас крем для рук. Чистая линия с ромашкой. Я на него писала отзыв на «Рекомендую», который таллинский сайт. В общем, мне его подарила моя подружка, которая сейчас живет в Калининграде, Саша Житова. Если ты меня смотришь, привет тебе. Очень хороший крем, недорогой. Он мне очень-очень понравился. Не знаю, месяца на два, может, его хватило. Он питательный, он увлажнял. Я даже маской для рук не пользовалась, гринмамовской, потому что кожа у меня не была сухой. И, в общем, я ее до последнего выдавливала. Уж очень-очень мне понравился. Если... Когда у меня закончится крем от Аленки и потом белорусский мой крем, который когда-нибудь начну снова, то я потом куплю себе такой. Он был белый. Сейчас все-таки, может, что-то там осталось, а попробую выдавить. А, нифига. Ну, в общем, он был белый. Если интересно, я потом скину ссылку на свой отзыв, и там на фотке будет видно, какого он цвета. В общем, за всеми заявленными признаками, или чем он там, нежное питание, действительно питает, делает кожу мягкой и гладкой, вот это все есть. Ну, конечно, состав тут не 75% натуральности, ну да, не суть важно, главное, что он хорошо влияет на кожу рук. Советую, очень он мне понравился. Так, вот сюда мы его сунем как-нибудь. Давай, вставай. Так, это бальзам для губ. Гигиеничка. Вот, она у меня под конец сломалась. В таком карандашике. Это Саре я тогда заказывала. Причем по совету Димы. Ну, даже не знаю, кто он мне. Приятель, наверное. Очень хорошая увлажнялочка такая. Губы питала. Увлажняла. Не сушила. Она мне очень-очень нравилась. Я в последнее время ее даже очень часто пользовала. Мне сам флакончик нравится, я не знаю, если, может, его как-то можно вымыть тут, оставить, или что вообще с ним сделать. Но вот этот карандашик мне очень нравится, я даже его не стала выкидывать. Из-за того, что когда он закончился, я как раз стала откладывать вторые баночки. Обошелся он мне где-то в рублей 60, я точно не помню, по скидке какой-то такой. И подобный карандашик, по-моему, у меня заказывала Женька.
Все, это на Али было. Так, а вот такие гели для душа мне очень понравились. Правда, это был только один гель для душа детский, который я себе пробовала. Я люблю вишенку. Это Avon Naturals Kids. Что это у нас такое? Что-то там было с вишенкой. У меня уже тут, правда, все смылось, стерлось. Ну, в общем, какой-то вишневый детский гель. Он, в отличие от вот этого даже геля, очень хорошо пенится, очень хорошо мылится. Шикарная пена. Пахнет такой вкусной вишенкой, вишневым соком. Даже сок я вишневый. Или сок Вико, как я недавно, который купила и выпила, но его уже нету. И он, в принципе, не косметика, в пустых баночках его не будет. Даже в коробочках. В общем, он мне очень понравился. Я даже остатки потом спустила на пену для ванны. Как пена для ванны он хороший, как гель для душа хороший. И если что, я, может быть, даже его себе еще закажу. Он мне очень-очень понравился. Я советую вам. И не смотрите, что он детский. Смотри, какая забавная бутылочка. Вот почему-то Avon для детей делает все-таки более качественную косметику, чем гель для душа не для детей. Так, это у нас... Ну, тут оно такое немножко качано. Это я вчера принимала пену для ванн. Точнее, делала ванну с пеной. И делала вместо пены для ванн, взяла вот это вот ифрашевское масло для душа. Хамам серии. Очень классное. Правда, оно дорогое. Честно сказать, уже не помню сколько. Дороже 400 точно. Тут 200 мл. Кожа оно шикарно увлажняет. Конечно, не очень сильно пенится. Похоже, немножко по... обилию пены, так сказать, вот на эти гели. Но все же очень хорошая. Так, что у нас тут такое может быть написано? Так, восточное масло для душа. Традиции хамам, 200 мл. Сделано во Франции. И я не помню, по-моему, у меня это вторая уже бутылочка. Одну я покупала по скидке, одна мне пришла в подарок. Кажется, в прошлом году еще. С этой же серии у меня есть масло. Одно начатое, другое новое. Если кому-то интересно, могу потом поменяться или что-то в этом роде. Кожа от него мягкая, увлажненная. Пенится, говорила, уже хорошо. Пена в ванной была еще больше, чем сама пена, когда в душе. И вообще там оставалось бы, может, еще на два раза. У меня вот столько оставалось, это вылила, я еще его качивала. Всю. Тут чуть-чуть еще пенки так осталось. Все пыталась как-то всю пену вытащить оттуда. Потом уже подумала, что вроде как пустые баночки, надо хоть чуть-чуть оставить людям, чтобы знали, какого это цвета. В общем, ближе, но, не знаю, такого коньячного цвета. Оранжевая. Может, не совсем оранжевая, как черный, не совсем святой чай. Вот что-то такое. Или крепко заваленный зеленый. Или даже как кипрей с мятой вместе. Сейчас у меня завален, кстати, кипрей с мятой. В общем, если будете брать, если вам не жалко денег, если вы хотите побаловать свою кожу, то я вам его очень советую.